Банде Гуру Пада Дандам Бхакта Винда Саманнитам Шри Чайтанна Прабхум Банде Нитта Нанда Саходитам Шри Нанда Нанданам Банде Радхика Чарана Дайам Гопиджана Самаюктам Винда Банам Ванчакалпатарувасакепасиндхивевачу Патитанам Павунибхавишнабхибхьо Наму Намаха Мукам Кароти Вачалам Пангум Ланхайтигирим Яткипатам Хангбанди Парамананандамадхавам Бриндавай Тулсиде Байпиявай Кесавасача Шна Бхакти Паде Деви Сатва Ваттвай Наму Намаха Нараяна Намаскритта Нарам Чайва Нараттама Девинг Сварасватим Вясам Тату Жайо Мудире Санкиртане Кришна Катхопадеша Гаурия Патрасья Пракасанеча Садануракта Гуру Бхакти Юкта Бхакти Прамодакча Джагод Варуна Дхайям Сада Парибхавагнам Авиштадухам Титас Падам Сива Виренчанутам Сараньям Бхитаттихам Панутапал Бхавадипутам Банде Махапурушате Чаранаравиндам Ятпада Паллаванака Чандамани Чатая Биспуриджита Гамапикаподушу Адарши Пурнану Рагара Сасагара Сарамурти Сарадхикама и Кадакивам Караш Шри Кришна Чайтанна Прабхунитананда Шри Аддвайта Гададхара Сивасади Гаура Бхактавинда Шри Кришна Чайтанна Прабхунитананда Шри Аддвайта Гададхара Сивасади Гаура Бхактавинда Харе Кришна Харе Кришна 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 Харе 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 Рама Харе Рама 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 Харе Аджануламбита Буджау Канака Будату Санкитаной Кавитару Камалай Хатакшам Вишам Бару Дижавару Джугадхар Мапалу Банде Ягат Приякару Каруна Батару Хари Кришна Хари Кришна 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 Хари 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 Рам, Хари Рам, Рам Рам, Хари Хари. Намами Ганге Тава Паду Панкаджам, Сура Сурайр Вандито Дивья Рупам. Муктин Ча Муктин Ча Дада Синитам. Бхаван Рупе Насада Наранам Ганга Таранга Рамания Джата Калапам Гаури Нирантара Вигуши Тобам Бхагам Нараяно Прияманга Мада Пухарам Баранаси Пурапати Бхаджави Шанатам Ваги шачушо бадане Лакшмир ясача бхакшаси Ясасиде самбид Твам нишингамахам бхаджи Хари Кришна Хари Кришна 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 Хари 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 Рам Хари Рам Рам Хари Хари Нате Видушвартхо Готим Хи Вишну
дурасаяже вахирартхаманина, андхяя тандаирупагиямана, стейо пишитатантамурудам нивадья, нати видусвартха готим хи вишну. Дурасаяже вахирартхаманина, андхяя тандаирупагиямана. Тео Писичатанта Мурудам Нивадья. Гаурия Гоштхипати, Сисила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Чакур, Прабхупад Джагадгуру told, Гаурия Гоштхипати, Сисила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Чакур, Прабхупад сказал, что мы можем поверить только чистому вайшнаву. Мы не можем поверить никому, даже полубоги они могут обмануть нас. И так называемые ачарьи, они тоже могут обмануть нас. И мы не можем поверить нашему отцу, другу, врагу. Ну, врагам мы и так не верим. И вот мы не можем поверить никому на 100%. Кроме чистых гуру вайшнавов, как Санатан Госай, как Рагунат Дас Госай, как Рупа Госвами Пад, Джива Госвами Пад. Поскольку они вечные спутники Бхагавана, мы можем поверить Шри Прабхупаде, Бхактисиддханте Сарасвати, Бхактисиддханте Такуру. Может, нам их, его Сиддханта может не нравиться. Шрила Прабхупад говорит, если кто-то не хочет слушать совершенную Сиддханту, то, несомненно, такой человек обречен на падение. Если кто-то не готов слушать совершенную Сиддханту, то пытаются какие-то оправдания постоянно найти, что не нужно то слышать, это. И тогда, несомненно, такие люди отклонятся от пути Гуру Падпадмы и вайшнавов и падут. Только и только мы можем поверить чистым вайшнавам. Все, неважно, насколько строга их речь, единственные, кому можем поверить, это им и никому еще. Почему? Поскольку их умонастроение и все, их ум, он... полностью отречен от этого мира. Как понять, кто такой чистый вайшнав, кто такой чистый ачарья? Много вопросов приходит. Даже сейчас множество сиддхант на эту тему я говорил, но все же много запутанностей. Первое, кто такой ачарья, кто нет? Кто Шакти Вешаватара, кто нет? Как понять, кто есть кто? Я много ответов дал на эти вопросы, но все равно задают их. И вот очень важно перед тем, как начать эту важную тему Брихат Бхагаватамриты. Я очень малая душа, у меня нет никаких достоинств, качеств, но по милости Гуру Варги и по вашей милости я пытаюсь что-то рассказать. Благодаря своему осознанию, которое я получил от моей Гуру Варги, вот это я могу сказать, у меня ничего нет, но есть милость. И вот суть в том, Шрила Прабхупад Бхактисиддханта Сарасвати Госвами Такур Прабхупад много раз говорил, что ачарья никогда не может быть выбрат. Ачарья, он самопроявленный, а кто такой вечный ачарья? Сиддхачарья в этой жизни, как Шрила Прабхупад Бхактисиддханта Сарасвати, Бхактивинода Такура, они вечные ачарьи. Вечные ачарьи, значит, у них есть вечное, их вечное место в вечном мире. Гурудев, Садгуру, он должен иметь свое вечное место в духовном мире, на Галоке или на Вайкунтхе, согласно своему уровню. И вот это должно быть.
он должен быть вечно занят в служении, и те, кто достигают успеха в этой жизни, садан-ситхи, есть и нитя-ситхи, они тоже могут достичь духовного мира, чтобы обрести свое вечное служение, это не такой большой вопрос. Но главное в том, что никто не хочет если вы сможете сконцентрироваться на жизнеописании и в биографии Шрилы Прабхупады, это будет ответ на все ваши вопросы, но все равно вы спрашиваете, что же делать. И изучая жизнь Шрилы Прабхупады с самого рождения, можно очень многое понять. Если вы следуете Шриле Прабхупаде, все его действия, они могут показать ответы на все ваши вопросы. Открыто я не могу спорить с кем-то. У меня нет времени спорить, но все же я могу открыть мистерию, открыть покрытие, чтобы вы смогли видеть, вы разумные, вы увидите. И вот совершайте баджаны, пытайтесь понять, что я хочу сказать. Достаточно давно я говорил о Шриле Прабхупаде и его уникальной ачарьятве, уникальной, неповторимой. Я вынужден был сказать то, что Рай Рамананда, Рамануджача, точнее, Рамануджачарья, Мадвачарья, Вишну с вами, они, несомненно, великие личности, и все они посланники Верховного Господа, нет сомнений в этом. Но особенность Шрилы Прабхупады в том, что у него особенность Шрилы Прабхупады в том, что мы должны понять ее. И тогда вы можете увидеть разницу между теми, кого вы хотите принять как ачарью или как гуру, и Шрилы Прабхупадой, и увидите огромную разницу. Главное седанта в том, что если я следуя моему Гурупадпадме на 100%, то тогда и только тогда вы можете уважать меня, иначе нет. Я не могу ожидать получить какого-то почета и уважения от вас, если я не смог следовать моему Шриле Прабхупаде и Бхактивинода Тхакуру полностью без остатка, и тогда я недостоин получать какое-то уважение от вас. Но вайшнавы, они, естественно, не ожидают никакого почтения от вас, даже гирлянды не хотят. Я, находясь на Вьясасане, говорю истину. У меня нет никаких ожиданий от вас. Но все же, если вы думаете, что у меня нет смирения, то это хорошо пойдет. И я не обижусь. Главное то, что кто важен, подлинные истинные ачарья, успешные ачарья, все это зависит от этого фактора. Не спрашивайте постоянно, пытайтесь следовать, изучайте жизнеописание Шрилы Прабхупады и тех, кого вы приняли в качестве гуру. Смотрите, какая разница между их действиями, словами и всем остальным. Я уже много раз говорил, те, кто утвердились в очарование, те, кто полностью утвердились в очарование Шри Чайтаньи Махапрабху, они, несомненно, ачарьи, великие ачарьи. И вот, чтобы следовать Шри Чайтаньи Махапрабху, должны понять вся различная сиддханта, все лилы, я говорил о них, и каково поведение очарован Шри Чайтаньи Махапрабху в отношении к Джоши Санги, Дингам и всему остальному. Мы должны следовать Шри Чайтаньи Махапрабху во всем. Много раз я говорил, если вы хотите обрести, будьте осторожны, вспомните, если вы хотите обрести подлинное учение, изначальное Шри Чайтаньи Махапрабху, и вот если вы хотите получить подлинное учение Шри Чайтаньи Махапрабху, то вы должны следовать Шриле Прабхупаде, Бхактисиддханте Сарасвати и Бхактивинода Тхакуру.
Много раз я говорил об этом. Если вы хотите получить именно подлинное учение Шрилы Прабхупады, то должны следовать ему. Его ачарьятва, она самопроявлена. И Шрила Прабхупада тоже хотел доказать и показать, что выбранный ачарья не значит, что он успешен. Есть много избранных, выбранных ачарьи, которые падают каждый день. Или могут внешне не быть падшими, но по факту падшие все их действия показывают это. Но только глупые люди, не знающие ни гуру таттва, ни вайшнава таттва, считают их ачарьями. И такие люди, они стремятся к какому-то уважению, почету, и это все, что есть в их жизни. Пытаются как-то наслаждаться и ничего из себя не представляют. И вот моя речь, мои слова, несомненно, не для них. Они могут оставить. Я не хочу, чтобы такие бестолковые люди слушали Харикатху, как Брихат Бхагаватамрита. Если я буду обсуждать ее, то тогда все сделается само по себе. И поэтому я решил начать обсуждать Брихат Бхагаватамриту. И перед тем, как начать писать Шат Сандарбху, Сарвасамбандини Жива Госвамипад, перед тем, как написать Шесть Сандарбх и Сарвасамбандини Вичар, комментарии и все остальное, Жива Госвамипад, он ограничения приводит, показывает нам. Джива Госвамипад говорит, единственное, те, кто заинтересованы в том, чтобы обрести Нитья-севу Нанда-Нандани Шри Кришне, они могут изучать эту Брихат Бхагаватамриту. Это ограничение мое, решение. Я прошу, чтобы недостойные люди не читали эту книгу. Те, кто не собираются совершать баджан Кришне достойным образом, если их цель обрести Нитья-севу Нанда-Нандани Шри Кришне, только тогда такие люди могут изучать эту книгу. А для других людей я прошу не трогать эту книгу. Они не должны прикасаться к этой книге, поскольку если они прикоснутся к ней, но моя цель утвердить то, что Нанда-Нандан Шри Кришна или Шри Кришна Читания, он наивысший. Наивысший Парататтва в своей абсолютной степени. Не каждый может понять и принять ее. Могут услышать, будут сомневаться во мне, в моем писании о Кришне. И в итоге такие люди падут и отправятся по направлению к аду. И поэтому это моя просьба. Я прошу бестолковых людей не читать эту книгу. Если надо, Нандан Шри Кришна. Если Нанда-Нандан Шри Кришна и служение ему не ваша цель, то не нужно изучать эту книгу. И вот сейчас суть в том, то, что Нитья Сидда Ачарья Садан Сидха, это окей, но пойдет, но выбранные ачарьи никуда не пойдут. И вот как же сделать так, чтобы все было в гармонии? Все сокровенное таттва Сидданта, я хочу обсудить ее, чтобы вы поняли ее всем сердцем, каждое слово, которое я произношу, все взвешено, измерено и продумано. Если поскольку если совершу какую-то ошибку, то это проблема будет в моей жизни, поскольку я следую Гурвараге, не говорю ничего от себя. И вот Санатан Госвамипад, он ачарья.
Санатан Госвами Патон, вечный Ачарья, Крипа Синду Сусампурна, и это наивысшее определение Ачарья Гуру Таттва. Много раз я говорил, несколько лет назад, я говорил об этом. Крипа Синду Сусампурна, Гуру Таттва — это олицетворение милости Гуру Таттва. Это олицетворение милости Кришны Бхагавана, это олицетворение Его милости. Сигура Каруна Шакти Виграхая Намастате. Мы совершаем киртан, повторяем мантры, но не каждый может осознать, если мы недостаточно сконцентрированы на этом. То есть без должного внимания, если мы повторяем мантры, поем киртаны, то благо не получим. И вот Гуру Падма, Вайшнава Ачарья, как мы можем осознать, когда мы слушаем Харикатху, и когда они придут к нам, явятся перед нами, то мы увидим. И благодаря его смирению, милости, мы увидим, что такой вайшнав, он откроет сокровенный секрет баджана. Один за одним он откроет по-настоящему искренним и ищущим душам. И вот суть в том, как... Вот кто-то спрашивает, кто сколько матхов построил. И вот кто-то спрашивает, сколько ачарьи, сколько матхов какой-то ачарья построил, сколько проповедовал, сколько там того и сего сделал. Это не признак подлинного ачарьи. Все зависит от одного фактора. Как этот ачарья построил столько матхов, принял столько учеников, столько харикатхи рассказал. Но главный признак, следует ли он своему Гурудеву и Шриле Прабхупаде Бхактисиддханте Сарасвати полностью или частично. Можно посмотреть на его сиддханту, на его слова, и часто можно видеть, что говорят неправильно. Я могу множество примеров говорить. Вот известные, уважаемые ачарьи говорят то, что никогда не говорил ни Джива Госвами, ни Рупа, ни Санатана, ни Гопал Гуру, несут какую-то отсебятину. И множество глупых людей считают таких проходимцев ачарьями. И те люди, которые хотят быть обмануты Майей, то они обманываются, что я могу сделать. Если мы видим, что в жизни какого-то определенного ачарьи, его сиддханта, его этикет, его поведение, речь, слова, все находится в гармонии с Шрилой Прабхупадой, Но иногда люди, какой-то человек может говорить вроде правильный сиддханту и кучу неправильный, то нельзя сказать, что такой человек, он подлинный ачарья. Нужно смотреть на суть этого саду, каковы его мотивы, его цели, его суть его жизни. Мы должны очень внимательно смотреть. Тот, кто Шакти Веша Аватара Ачарья, и все документы в шастрах есть все эти свидетельства о Шакти Веша Аватарах. Анантапарам Шабда Шастра. Это океан, бесконечный океан, а мы малейшее творение. И как мы можем знать обо всем? Как Шрила Прабхупада?
о Шриле Прабхупаде, наш Гурварга. И в Падма Пуране говорится шлока о нем, Уткале Пурушоттамат, что в Арисе, Пурушоттам Кшетри в Нилачале, там оттуда начнется великая проповедь. В ближайшем будущем в Сканда Пуране это говорится, это применимо к Шриле Прабхупаде. А если вы хотите применить это к какому-то другому человеку, то это от вас уже зависит. Но Шрила Шридхар Махарадж и прочие великие личности, они применяют эту шлоку только к Шриле Прабхупаде. Что-то не говорится, что там взойдет непревзойденный Ачарья, он проявится оттуда с Арисы. И он будет проповедовать по всему миру, может он не посещает Америку или Россию, но что толку? Его проповедь все равно она распространяется везде, как Рупа и Санатана. Они вроде никуда не ездили, но их проповедь она распространилась везде. И вот мерила должно быть в том, насколько тот или иной ачарья следует своему Гурудеву, если он совершенно не следует или следует чему-то совершенно другому, нельзя сказать, что он его подлинный ученик. А если кто-то стремится к массивной проповеди, то это уже другое. Я могу привести пример. Один царь в Индии, Ашок его звали. Может, кто-то слышал. И вот на индийской рупии есть символ Ашок, стамбы, ступу, эту колонну, которую он установил. Индийское правительство очень уважает его. Он был свирепым царем в прошлой жизни. И однажды, увидев поток крови, который был подобен реке Варисе в Давангире, и он был шокирован, он изменился полностью. Что я хочу сказать, пытайтесь понять. И вот Ашок был успешен в проповеди Боудха Дхармы, буддизма. И вот этот Ашок был успешен в проповеди Боудха Дхармы по всей Индии, Китаю, Бирме, Японии, Индонезии и всех остальных Ашок. Он был успешен проповедовать всю эту Будда-дхарму. И вот если кто-то говорит, что Ашок — это Шактивеша-аватара, то это глупо. Проповедь значит изменить сердце, сердца людей. Проповедь значит изменить сердца обычных людей. Если вы не можете этого сделать, то это не есть настоящая проповедь. Смотрите, Харинамаха мантра известна всем, но это не значит. Но смотрите, Харинамахамантру все знают, но опять же не все ей следуют. И вот смотрите, Наутам Такур на Бенгале проповедовал в этой восточной части Индии. Хотя там говорили на другом языке, но народом так. Он пел на Бенгали, с караталами ничего не было больше. Но все люди, они плакали, подобно сумасшедшим. Они чувствовали его чувства. И Шринивас Ачарьи, он смог изменить каменное сердце того бессердечного царя Банкура. Расикананда говорил, Расикананда, он смог изменить сердце сумасшедшего слона. В жизни Расикананды и вот Расикананда, он сказал, и вот и вот Расикананда, он был очень могуществен. Какая сила, какое могущество в Гурудеве? Гурудев может
Шрила Прабхупад может сделать все, смотрите-ка, хотя он ушел из этого мира 80 лет назад, но все же он может даровать нам силу, если Шрила Прабхупад увидит нашу искренность, что мы не можем, не стремимся к Пратиште и прочему, то Гурудев он обещает, гарантирует нам, что и наша Гурварга, и вот, и если мы следуем нашему Гурудеву, то, несомненно, мы обретем силу и их милость. Но смотрите, если кто-то следовал, но потом из-за влияния Пратиште отклонился от пути Шрилы Прабхупады, то тогда я не могу рисковать, может. Благодаря могуществу Гуру Падпадмы кто-то может начать проповедовать. Может, сначала было все хорошо, но потом из-за влияния Пратишти такой человек может возгордиться, забыть о Шриле Прабхупаде, и нельзя уже такого человека называть подлинным проповедником. Проповедь, она успешна тогда, когда с начала до конца, когда мы находимся в полном соответствии с Гурваргой, тогда вся сиддханта, она явится в нашем сердце, и мы можем говорить харикатху. Я могу привести пример одного саду, он был внешне необразован, ученик Шрилы Бхакти, Шрилы Бхактидайте Мадхава Госвами Махараджа. Раньше он работал этим стражником, вот, был очень беден, и с Непала происходил откуда-то. И вот однажды в Северной Индии он встретил Шрилу Мадхава Госвами Махараджа. Он решил оставить свое, принять прибежище у него. Не каждый может поверить. Он вроде необразованный был, даже читать не умел, но он был очень успешным ачарьей, где бы он ни был. Он говорил на простом языке, может, не говорил на санскрите и других языках, но он был полной гармонии силы Бхактидайта Мадхава Госвами Махараджа. И все же невозможно, смотрите, да, если сейчас можно обрести силу, милость Шрилы Прабхупады Бхактивинода Такура и Шрилы Кешава Госвами Махараджа, я обещаю вам, если бы такого не было, то люди теряли бы веру. Что такое Гуру Парампара? Вот смотрите, особенность Гуру Парампары в том, что мы можем обрести то же самое учение наших предыдущих учителей с неизменной Гуру Парампары. Нет никакой возможности, что в жизни, как, например, Иисуса, кто может гарантировать, каково, как он себя вел. То есть, если сейчас посмотреть на его последователей, то можно видеть, что ничего не осталось. Какую-то отсебятину постоянно придумывают, приводят людей в замешательство и все остальное. Я лично знаю, что Иисус, он Шакти Вишаватара, но не могу сказать об этом, поскольку никаких гарантий нет. Если вы можете гарантировать относительно вот двух вещей, я не знаю, что Шрила Прабхупад сказал, может, вы мне какое-то свидетельство какое-то покажете, что сказал Шрила Прабхупад. Если Шрила Прабхупад сказал, то я верю в это без всяких сомнений. И также я чувствую сердцем, что Иисус, он был Шакти Вишаватарой, поскольку без могущества Верховного Господа невозможно сделать то, что он сделал. Но если я буду утверждать везде об этом, то сложности много придет. И вот, кто такой Шакти Вишаватара, вы знаете, особая милость, она дана Верховному Господу, Верховным Господом, точнее, дана особая сила кому-то, чтобы тот совершил какое-то служение. Это зовется Шакти Вишаватара, буквально вложение силы Господа в кого-то ради какой-то цели.
И вот Шакти Вишаватара они приходили много раз, сколько сложно сказать. В Бхагаватам я могу показать, что предыдущие цари и сегодняшние, и будущие, они все описываются в Бхагаватам и в различных Пуранах также. И вот как Шанкарачарье, я сказал, особая сила в Шанкаре. И вот Шанкар Бхагаван, он Сакшат Шанкар, он пришел в этой форме. И если Ашок, он пошел, он проповедовал Бодха Дарму по Китаю, Японии и прочим странам, но я не могу сказать, что Ашок Шакти Вишаватара. Есть много признаков Шакти Вишаватара. И Бхагаван Шри Кришна, он дает наставление нам, мы должны помнить об этом, никогда не пытаться забывать, что когда Арджуна спросил Кришну, как я могу узнать, что нужно делать, что не нужно, что такое хорошо, а что нет, Бхагаван Шри Кришна дал совет Арджуне. И вот что делать, что не делать, что хорошее, что плохое, правильное, неправильное, все. Можно понять по милости шастр. Конечно, если кто-то читает шастр, но не понимают. И вот те, кто просто читают шастры, это одно. А вот Сидда Махатмы, достигшие совершенства, то их, смотрите, их наставления, они тоже совершенны. Я уже сказал, что Джива Госвами Пад говорит Шабда Праманам. Шабда Праманам, он наивысший. Это наивысшее доказательство, Шабда Праман. А Шабда Праман, что значит? Это Пракрита Шабда Брама. Трансцендентный звук, свидетельствующий авторитетный шастр. Но опять же, это не значит, что мы можем игнорировать Горкишвара с Бабаджи Махараджа или Джагананду с Бабаджи Махараджа. Нет, это не так. Откуда мы можем обрести такое доказательство? Как, например, Авирбав Титхи Вишнупри Деви. Где можно какое-то доказательство найти, что Авирбав Титхи Вишнупри Деви — это день Сарасвати Пуджи? Кто может показать какое-то документальное свидетельство, что Авирбав Титхи Вишнупри Деви — это день Сарасвати Пуджи? Кто-то может доказательство какое-то привести? И вот Джаганнадас Бабаджи Махарадж провозгласил перед Бхактисиддхантой Сарасвати: «О, мой сын, ты должен сделать вайшнавский календарь, чтобы люди не тратили свое время на какие-то материальные январи, феврали и прочие месяцы». Ты должен составить календарь, связанный с именами Вишну, как Харинама Вьякаран. Джива Госвами Пад написал: если вы будете изучать этот календарь, вам не нужно произносить ничего, кроме имен Вишну. Все это связано, смотрите, с Вишну. Таким образом, что если мы повторяем какое-то название, имя, то все это связано с Вишну. И таким образом не нужно тратить время зря, уча грамматику или еще что-то. И вот Джаганнадас Бабаджи Махарадж, Сидда Махатма, он дает совет. И вот будьте осторожны, Авирбав Титхи Вишнупри Деви — это день Сарасвати. И с этого дня все вайшнавское общество следует этому, но документальных свидетельств нету. Почему? Джива Госвами Пад говорит: Шабда Праман – это наивысший Праман, но это не значит, что мы можем игнорировать Сидда Махатам. Сидда Махатма, как Джаганнадас Бабаджи Махарадж, Бхактивинода Тхакур и другие, мы не можем пренебрегать ими. Если Джаганнадас Бабаджи Махарадж сказал, что это место явления Гуранги Махапрабху, то мы должны
принять это. И вот он там начал танцевать, как сумасшедший, и Бхактивинода Тхакур, он понял, да, действительно, это место явления. И вот Джива Госвами Пад говорит, Шабда Прамана — это наивысший всех праманов, и в то же самое время, если самосознавшая себя душа, Сида Махатма, как Джаганатас Бабаджи Махарадж, Бхактивинода Тхакур, они говорят, то это тоже авторитетно. Не спорьте со мной. И мы не можем сказать, что Ашок был успешен в проповеди Буддха-дхармы, и он Шактивиш-аватар. Нет. Хотя можно, я могу показать Шактивиш-аватар, кто более важный. Какие-то Шактивиш-аватары, они пришли в форме. Как я могу привести пример Парашурама? В день Рамнавами я говорил на хинди харикатху и на английском. И на английском, и вот Рама и Парашурама, они аватары. Рамачандра, он Сакшат Бхагаван, но Парашурама, он Шактивеш аватара. Особая сила дана, могущество им, чтобы они справили ситуацию. И также я могу сказать, Будда Аватара. Есть эти два Будда Аватара. Первый — это Сакьямуни, который в Непале, в Лумбини-Нагаре родился, и другой Будда Аватар — это Агни. Этот здесь родился, в Индии. И в Бхагаватам мы можем найти имя другого Будда Аватара. То есть не тот, который Шуньяваду проповедовал. Шуньявада, значит, такое учение без пустоте. Но Будда ради особой причины, он родился. И Капила, и два Капила можно найти. Первый Капил, он говорит о Шанка-татве, о Шанка-йоге. И другой Капил Шуньяваду говорит практически Майяваду. И вот это Майя Деви организовала так, что люди запутаны. Люди, например, стремятся принять омовение в слиянии Ганги. Точнее, в том месте, в Ганга-сагаре, где Ганга впадает в океан, и там люди поклоняются Капиле, который родился в Агни-вамше. Но люди опять запутались, они не могут понять, это Вишну-аватара Капила и тот Капила, кто из них правильный. И Майя Деви, она делает так, чтобы люди запутались. Как Чингисхан, например, множество людей убил, больше всех. В одной жизни люди не могут физически столько людей убить, как он. И можно ли называть его Шактивеш Аватарой? Конечно же нет. У Шактивеш Аватара какие-то свидетельства есть из Бхагаватам, как Парашурама, например, Джаматагни Муни, точнее, сын вот этого Джаматагни Муни, он явился в форме кшатрия. Его настроение было очень сурово. И Шрила Прабхупад, он отвечает на этот вопрос. И как это возможно, что Шрила Прабхупада, Парашурама, они оба аватары, и как это возможно, что они одновременно находились на этой земле, и как это возможно, что Рамачандра был успешен в том, чтобы забрать всю силу у Парашурамы. Парашурам стал беспомощным, как в случае с Арджуной.
Арджуна, он был уполномочен Кришной, но когда Кришна ушел, Арджун начал плакать и пришел к Юдхиштхире и сказал, что рассказал эту болезненную историю, что Арджун остался, его конь был лук, стрелы, но могущество, сила, она ушла. Арджун говорит: «О царь! О царь!» Тот же Арджун, тот же лук и стрелы, та же колесница осталась, все вроде то же самое, но могущество, сила, она ушла, она забрана Кришной. Вы понимаете, о чем я говорю? Я не говорю то, что Арджуна, он Шакти Вишаватара, я хочу сказать, особой силы у него была. В соответствии с Арджуной, с тем, что сказал Арджуна, то, что его сила ушла, даже с какими-то деревенскими жителями не мог сражаться, и куда же ушла его сила, это мой вопрос, смотрите, все могущество, вся сила. Шрила Прабхупад говорил об этом много раз, это оно все исходит из Господа, а когда мы... Когда все это исходит из изначального источника, то тогда мы можем жить. А в тот момент, когда мы начинаем игнорировать Гурудева Парампару и нашу Сампрадаю, думаем, что мы делаем все сами, то такие люди сразу лишаются всего могущества и становятся нулем. Вся сила, она возвращается оттуда, туда, куда она пришла. Шриле Прабхупаде. Пытайтесь понять эту научную сиддханту, не спорьте. Это очень научная сиддханта. И Ачарья, он успешен так долго, пока он находится в полной гармонии с Гуранга Махапрабху. И если он отклонился, какие-то новые правила начинает придумывать, то такой Ачарья, он становится падшим. И то, что говорят какие-то люди про них, нам неинтересно слушать это. Мы заинтересованы в доказательстве шастр, что делать, что не делать. Все это в шастрах. И вот Парашурама, он Шакти Веша Аватара. Вначале я уже сказал, мы можем поверить только чистому Гуру и Вайшнаву. Ясудев Госвами, он также Шакти Веша Аватара, он все поддерживает. И даже Ясудев Госвами, он выразил почтение Питаме Махе Бишме. Во время оставления тела Питамаха Бишме ждал восхода, так как когда взойдет полярная звезда, он ждал, пока Кришна придет. И с Кришной Ясудев Госвами тоже пришел. Он выразил почтение Видуре даже и... И вот Ясудев Госвами, он всегда понимал, что вся милость исходит из Бхагавана. Мы, смотрите, когда Нарада явился, он начал думать, почему я не чувствую удовлетворения, поскольку этот ответил, ну а потому что ты не писал Расататву Кришны, всю Кришна лилу, и поэтому ты не чувствуешь удовлетворения. И вот по указанию Нарады он начал описывать все это. Ясудев Госвами никогда не нарушал никаких наставлений, ничего. И вот все могущество Бхагавана, оно в нем, и он смог составить Бхагавата, Махабхарату и все остальное. Но Парашурама, Шрила Прабхупад говорит, Шакти Веша Аватара значит Джива Татва. Шакти Веша Аватара значит Джива Татва. И Парашурам и Рам одновременно они находились на этой земле, и что плохого в этом? Это шлока из Брахма Самхиты. Я говорил о ней уже в день Рамнавами.
И вот есть один Прадип, из этого Прадипа, если мы можем зажечь все остальные эти Прадипы, эти лампады, такие, то есть от одного огня можно зажечь второй, третий, бесчисленное число лампад, огоньков, и этот огонь будет точно такой же, как и первый изначальный огонь, и также Кришна, он изначальный Господь, и также Рамна, Симха, Вараха, и они подобны огню, которые зажигаются от другого огня. То есть по качествам они практически одинаковы. А количество аватар Вишну невозможно сосчитать. Они бесчисленны. И Шрила Прабхупада, он отвечает, и в чем же проблема, если две лампы одновременно на этой земле? Что плохого? Если Рама и Парашурама, они одновременно здесь, то... Что плохого? Какая-то причина стоит за этим? И Шрила Прабхупада отвечает, если какая-то лампа включена, то, ну, что плохого в этом? И вот Парашурам пришел сюда, чтобы уничтожить ложное эго кшатриев, чтобы... проучить их. И вот Парашурам пришел, он один уничтожил всех, практически всех кшатриев во всем мире, и на Курукшетре сделал какой-то этот, в общем, озеро из крови. И Парашурам, он был успешен в своей деятельности, Парашурам был настолько могущественным, что мог даже убить Арджуна какого-то, Картавиджа Арджуна, этот Картавиджа Арджун был очень могущественен, не тот Арджун с Бхагавад-гиты, а другой. Он был необычайно могущественным, никто не мог победить его, только Парашурама смог убить его. Таким огромным могуществом он обладал, и этот Парашурам был побежден перед своим учеником Питамахой Бишмой. Почему? Он спорил о каких-то несущественных причинах. Питамаха Бишма, он спорил с Гурудевом Парашурамой, и Питамаха Бишма, он на каком-то хорошем основании спорил, а тот без какой-либо причины. А вот тут хотел Гангапутру Бишму, Питамаху Бишму женить, а Бишма сказал. И вот они попросили Парашураму, чтобы Парашурама дал указание Бишме жениться, чтобы тот вынужден был жениться, но Бишма сказала: Гурудев, что вы говорите? По рождению я брахмачари, с рождения. Не могу жениться, дал обет. Нет, ты должен жениться. Как? Зачем? Нет, это мои обеты, всю жизнь я соблюдаю брахмачарию. Пытаетесь понять, нет, должен жениться, и все. И после этого Парашурама, он начал давить на Бишму. Вот начали они сражаться в итоге, и Бишма был успешен и победил его, поскольку он ради великой цели сражался. И вот Бишма, он такие слова сказал. Pitama Vishwa was bound to pass this kind of remark. You know, he was bound to speak this kind of Gurudev. И вот он сказал, такого гуру я должен оставить. This kind of Gurudev I cannot keep. Не могу я так. Don't know what to do, what not to do. Иметь связь с таким гуру, который не знает, что нужно делать, что не нужно, у которого нет никакого здравого смысла, я должен отказаться от него. И вот он произнес эту шлоку в Махабхарате, можно найти. Гуру Дива,
Такого гуру нужно избегать. И вот тот гуру, который не знает никакого, не имеет никакого представления о хорошем, плохом, правильном, неправильном, тот, кто не следует дхарме, нужно оставить этого гуру, что толку от него. И вот Питамаха Бишма, он один из 12 махаджан, и кому же мы должны следовать, Парашураму или 12 махаджанам? Кому же мы должны верить? Это мой вопрос. Можем ли мы поверить Парашураме или Бишме? И вот... Я должен оставить этот гуру, который не имеет никакого представления о дхарме, о правильном и неправильном. И этот Парашурама, он хотел убить Рамачандру, подумал, что Рамачандра — это обычный кшатри, а я тут всю землю от кшатри почищаю и пойду-ка убью его. И вот он пошел убивать Рамачандру, но смотрите, что за глупость. Рамачандра, он сам Сакшат Бхагаван. И начал сражаться с Рамой, думал, что тот обычный кшатри, и хотел убить его Рамачандру. И Рамачандра также спорил, и вот, в общем, Рамачандра, он забрал всю силу, которая была дана ему. И этот Шакира Шаватара Парашурама, он оказался без всякой силы, по милости Рамачандры, и Шрила Прабхупада, он дает ответ, когда он начал сражаться с Рамачандрой, и Рамачандра увидел, что так много ложного эго у него, слишком много гордости. Рамачандра забрал всю силу, которую тот ему дал. И много Шакти Вишаватар можно найти. И также я могу сказать, что Шакти Виш, этот Иисус, он Шакти Вишаватар, и Мухаммед, он тоже. Смотрите, вот я сколько изучал, Мухаммед, он не ел ни рыбы, ни мяса, ни вина не пил. Есть список какой-то еды, которую он ел, там никаких продуктов насилия близко нет. Он, несомненно, обрел какую-то силу от Бхагавана. Он был посланником Верховного Господа. И таким образом Иисус, он также сам говорит, что я посланник Верховного Господа. Он никогда не говорил, что он Верховный Господь. И второе то, что вы должны на 100% заверить меня, что Иисус, он ел всякие продукты насилия и пил алкоголь. Но вот эти всякие разные версии Библии, там для разных стран разные эти истории. Jesus Christ can never take his meat or wine, never. Then I am 100% going to declare that Jesus Christ is Saktavisavata. Without even watching that Prabhupada told he is Saktavisavata. And so was angry. I cannot speak because there can be some fighting. Так, ну, я об этом не говорю, поскольку могут споры какие-то возникнуть. They are putting us in confusion. They are not sure. That Jesus Christ used to take wine or and eat wine, then I cannot speak Jesus Christ is Saktavisavata. Because about wine, it is written in sixth canto. И вот в шестой песне Бхагаватам говорят, что не только алкоголь, просто емкость, в которой был алкоголь, уже не говорится о тех, кто его пьет. И вот в Бхагаватам говорится, что даже тот горшок, емкость, где алкоголь находился, но он уже нечистый, ничем его не очистить. И вот Бхагаватам говорится, что это емкость, где был алкоголь, он даже чистящими водами Ганги, Ямуны и Сарасвати никогда не отмыть, насколько он скверен.
И вот этот емкость из-под алкоголя не может быть очищена ничем. И вот пытайтесь подумать, почему я не мог вот, сказать про Иисуса что-то конкретное, поскольку много непонятного из-за путанности. И если эта емкость из-под алкоголя насколько оскверняется, то что говорить о человеке, который его пьет? И как можно этим людям, которые пьяницы, проповедовать какое-то христианство или еще что-то? Я много писал раньше, и вот я изучал Библию и другие шастры. Там, конечно, вещи интересные были, но сидя на Вьясасане, я, хотя я не провозглашенный ачарья, но так больше не провозглашенный, и все же на каждом шагу каждое слово должно быть взвешенное, продуманное, глубоко научное. Я должен думать, о чем я говорю. И поэтому я по этой причине не мог ничего сказать. Но Шрила Прабхупада Бхактисиддханта Сарасвати уже сказал, что тут Шакти Веша Аватара, и поэтому я могу принять это, полагаясь на слова Шрилы Прабхупады. И что плохого в этом? Настроение Иисуса было очень хорошо, прекрасно, но и другое. Как это возможно, что Шакти Веша Аватара может быть убит кем-то? Хотя убийство Иисуса, как его убили, очень такая печальная история. И, но смотрите, без этой лилы, как можно осознать такую плачевную его ситуацию? Сколько милости, это очень хорошо, но смотрите, Шакти Веша Аватара не может быть убит кем-то. Парашурам, он, например, никем не был убит. Будда тоже сам помер. Но какие-то особые, опять же, могут быть причины, почему они являют ту или иную лилу. Я не хочу спорить на эту тему. Шакти Веша Аватара — это... И вот я очень мал, времени мало на все, но как я могу изучить все шастры, найти по каждому вопросу эти свидетельства? Мухаммед, он никогда не пил вина, не ел мясо, но какие-то люди, наоборот, утверждают они для того, чтобы оправдать свои дурные пристрастия. Кто-то, прикрываясь Иисусом, говорит, что тут пил вино, ел мясо, и поэтому, руководствуясь и прикрываясь этим, занимаются чем хотят. Но я никогда не иду на компромиссы, если вы... Я принимаю во внимание только слова Шрилы Прабхупады, а какие-то непонятные люди что-то говорят, то я не придаю им значения. И вот Шакти Веша Аватара не значит, что он не может совершить никаких ошибок. Как, например, если ачарья, как пока он находится в полной гармонии с Гуру Варго, то его ачарьятва, она успешная. Также к Шакти Веша Аватарам это применяется. Пока они находятся в гармонии с Бхагаваном, следует ему вся сила, она приходит к ним из единого источника. Шрила Прабхупада сказал, что вся энергия, она исходит из единого источника. Если кто-то возгордится с собой в качестве проповедника или его еще что-то, то, как правило, сразу же могущество, оно уходит от такого человека. И вот как Шакти Веша Аватара, пока они смиренны, следуют тому, чему должны следовать.
Как Махарадж приводит пример с одним человеком, мы очень в бедном состоянии были. Потом, в общем, этот человек пришел в Мадх, стал Ачарьей, очень богатым человеком стал и в итоге перестал выражать почтение Гуру Вайшнавам. И поэтому Шрила Прабхупад говорит, собрать много денег – это не наша цель. Богатство, оно может ослепить нас, и мы должны понять, как, насколько хорошо, насколько мы успешны в том, чтобы вложить таттва-сиддханту внутри сердца учеников, как, насколько ваши ученики могут принять ваш пример вашей жизни, как Шрила Прабхупад или другие ачарьи. Можете ли вы показать Рупа Санатана Госвами, Джива Госвами? Они не ездили ни в какие страны, но в соответствии с Сиддхантой Шрилы Прабхупады, они наивысшие, наилучшие проповедники. И также я говорил, что проповедь может совершаться в несколько способами. Это позитивная проповедь и негативная. Негативная проповедь очень быстра. Глупые люди не понимают этого. Такая негативная проповедь очень-очень быстра, как пропаганда какая-нибудь. И как я, у меня преданный, один преданный есть во Вриндаване. И вот он говорит, был в Южной Индии, и какие-то преданные с какого-то общества гиты послали, но продавали гиты, но их... Ну вот, но он проповедовал, как, в общем, эти распространяли Бхагавад-гиты, и тут, в общем, потом пришел кто-то, взял 10 Бхагавад-гиты и продал быстренько. Но смотрите, способность что-то продавать и к истине отношения не имеет. То есть есть люди, которые умеют продавать. Если взяли там вагон Бхагавад-гит, продадут там за короткое время. Но опять же, это не значит, что такие продавцы великие ачарьи. Техника продаж и еще чего-то. Но это не значит, что такие люди могут быть сравнены с какими-то ачарьями, великими ачарьями, нет. И вот успешность ачарьи зависит от того, насколько он может помочь ученикам принять ачарьи, ачарьи Гауранги Махапрабху. Можете ли вы показать мне? Я не хочу спорить. Покажите статистику. И Шрила Прабхупад, его существование, существование Шрилы Прабхупады, оно, Бхактисиддханта Сарасвати, существование Шрилы Прабхупады, его само по себе, это более чем достаточно, или то, что существование Шрилы Бхактисиддханта Такура, это более чем достаточно. Рупа Госвами Пату не говорил Харикатху и Санатана Госвами, они просто писали и повторяли Харинам. И те, кто домохозяева или не домохозяева, я не говорю о них, поскольку Сиддханта Вичарши Чайтанья Чаритамрити Махапрабху говорит, тот, кто знает Кришну Таттву полностью, не полностью, поскольку если кто знает наполовину, то наполовину будет говорить правильно, а наполовину нет вниз. Лучше изучайте Сиддханту, пытайтесь определить, в чем ошибка кого-то, если она есть. Не задавайте
много вопросов, я говорю очень ясно, четко, и каждый разумный человек может понять. Сейчас ситуация очень плоха во всем мире, и сейчас, к сожалению, этот век Кали, у меня нет времени спорить с кем-то. Я хочу сконцентрироваться на Харинаме только по указанию Гуру Варги. Я хочу говорить Харикатху по вашей милости. Все придет ко мне, и я буду исполнять свои обязанности, но я должен находиться в соответствии с учением Шрилы Прабхупады и Бхактивинода Такура. Если даже меня убьет кто-то, то я все равно не изменю свои сиддханты. И вот все зависит от... Может, особая сила, и какие-то ачарьи были вдохновлены Гурудевом или Гурвагой. Если они думают, что я могуществен, то если они возгордятся с собой, то вся сила уйдет от них, как Парашурама. Он, когда Рамачандра забрал его силу, он стал беспомощным. Вся сиддханта ачарон. То есть такие люди, которые потеряли милость, то можно видеть, что как только они потеряли милость, то они очень быстро деградируют. И видно, что они стали другими. И когда кто-то отклоняется от пути Шрилы Прабхупады Бхактисиддханты Сарасвати. И вот таким образом, это сиддханта Питамаха Бишме Гуру. И вот не должно быть никакого гнева, зависти, если кто-то... И вот есть такая статья Гуру Сваруп. Она в Чайтанья-вани была опубликована под руководством моего Гуру Махараджа на Бенгале, по-моему. И вот там множество тезисов. Кришна Таттва-ветта не значит, что Гуру может говорить сиддханту просто запомни что-то. Нет, он должен утвердиться в ачароне, в идеальном характере поведения сначала. И вот Бхагаван может явиться в различных формах. И в различных формах Гуру Кришна может явиться. И Шикша Гуру, Дикша Гуру Бхактаватара. И вот Бхактаватара значит Адвайта Гасай, как Кришна. Кришна, Шри Кришна, Читания, Гуру Двое. Шикша Гуру, Дикша Гуру. Кришна Гуру Двое. Он Бхактаватар, Адвайта Гасай, Пракаш, Нитьянанда, Шакти, Адвайта Гасай. И в различных шести формах Бхагаван проявляется. И в соответствии с проявлением Шакти, Шакти Вишаватара, она тоже является время от времени, зависит от проявление шакти, сколько шакти было дано, по какой причине, и будьте осторожны. Шри Чайтанья Чаритамрите говорится, Шрила Прабхупад говорит, и о Гурутатве я также буду говорить в дальнейшем, но жизнь коротка, жизнь она проходит, и я подумал, что очень хорошо, если я буду говорить о Бхакти-татве, и я решил говорить вот по этой Брихат Бхагаватамрите. Сегодня я начну говорить о ней, предваряюще что-то скажу. И вот сиддханта, сказанная Шрила Кришнадас Кавираджем Госвами в Чайтанья Чаритамрите Вади Канде. И вот в первой главе, в первой части, 44 шлока. И хотя я знаю, что мой Гурудев, он слуга, наивысший слуга Шри Чайтаньи Махапрабху, все же он Пракаш, он проявление Бхагавана.
Он никто иной, как сам Бхагаван. И вот он, его это положение, его значимость больше, чем у Бхагавана, поскольку Бхагаван не может даровать нам Бхагавана, но мы получаем все благодаря нашему гуру. Как мы можем игнорировать гуру и гуру варгу, игнорировать нашу сампрадаю? Мы должны быть очень благодарны нашей сампрадае. Они так много дают нам, и мы не можем нарушить эту сиддханту. И вот Кришна Бхакта, сейчас Шрила Прабхупада говорит в своей статье «Гуру Сварупа», если вы обнаружите, что ваш гуру, он не следует никакому этическому характеру, что он жаден до денег, что он занят какими-то наслаждениями или стремлением к освобождению и совершает джоши-цангу, но джоши-цанга в различных формах может быть совершена. Я говорил уже об этом. Я никогда не хотел получать никаких гирлянд ни от кого. Что говорить о женщинах? Это строго запрещено, чтобы саньяси принимал гирлянду от женщин. Если Лила Шичитани Махапрабху, то там все преданные пришли, жены преданных пришли вместе с ними, но Читание Чайтамрити, смотрите, говорится, что жены преданных, хотя они пришли, но стояли в стороне. Как жена Шивасачари, Шинивасачари, они все стояли далеко, вдалеке, и они издалека они поклонились Махапрабху. Махапрабху, он сверхдуша, он понял сердце всех матерей, что они клонятся ему, и тоже выразил им почтение. Но смотрите, близко ни одна женщина не подходила, и Шрила Прабхупада также не позволял этого. Ну, конечно, кто-то задает вопросы, могут подойти на расстояние, на котором слышно будет. И я также живу так, если вы приходите с кем-то, и мы должны понять мерила, которое можно измерить сиддханту, показанную Махапрабху. Шрила Прабхупада говорит, те, кто занимаются продажей мантры, увеличением числа учеников, раздачей мантры налево и направо, то такие люди, они, как правило, лицемеры, такие гуру должны быть отвергнуты. Гуру-таттва, она должна быть явлена всему миру, чтобы никто не мог обмануть людей. Гуру-таттва, вайшнава-таттва, она должна быть явлена и всему миру. И мы не должны скрывать ее. И люди должны знать гуру-таттву, чтобы никто не смог обмануть их. Это очень важное служение. И люди должны разбираться, видеть разницу между подлинным гуру и просто какой-то имитацией и обманщиками. Это очень важное служение, чтобы дать людям понять, кто есть кто. И таким образом мы можем понять значение рупы и Санатана Госвамипад, Джива Госвамипад. И вот, хотя Рупа Госвамипад, он думает, что мой Гурудев Санатан Гасай. Но Санатан Гасай, он, я уже сказал в Харикатхе, на день явления Санатана Госвами, день его ухода. Я уже сказал, Санатан плачет и говорит, Рагунат Дас Гасай, Санатан Гасай, они все плачут. Когда? Рупапад, он благословит нас. Когда Рупапад благословит нас, когда мы сможем обрести милость Рупы. Понимаете, или вы связь, вечную связь между
между учеником и гуру, и какова их внутренняя связь, и также связь между преданными, кто ученик Шрилы Прабхупады, кто ученик Гопишвара Даса Бабаджи Махараджа, если скажете Шрила, вот Прабхупад, то Гопишвара Даса Бабаджи Махараджа называл его «О мой Прабху», то подлинный гуру, тот, кто не принимает учеников, а принимает только гуру, тот, кто... А те, кто выступают против гуру Вайшнавов, те, кто скрывают татву, спорят с Шраута Пантхой, пытаются остановить людей, которые говорят об абсолютной истине, пытаются всячески доказать, что они ачарьи, то вот таких надо избегать. Самопроявленные ачарьи не могут сделать это, но они вначале должны следовать Шриле Прабхупаде Бхактисиддханте Сарасвати. И как же поддерживать стандарт учения Махапрабху? И вот когда Шрила Прабхупада сказал, что мой гуру Падма, Гуркишор Баба сказал, ты мой гуру, да. И кто здесь гуру, а кто ученик? Смотрите, Найна Муни Маджари, она гуру Рупы и Санатаны. Гуна Маджари, точнее. Или Гуна Маджари. Ее гуру. Это вечный мир. Смотрите, мы должны получить полное представление о вечном мире, и тогда все наши споры, они уйдут. Мы должны совершать харинам, пачатан, чтобы все понять. И вот смотрите, таким образом, Вриндаван Дас Такур, он пишет так много вещей, и Кришна Дас Кавараджа Госвами также пишет. Вриндаван Дас Такур, Вриндаван Дас Такур Махашой, он Кусума Пира Сакха, друг Кришны во Вриндаване. Этот Враджа Сакха, друг, вриндаванский друг Кришны, Кусума Пира Сакха и Ясадев, они оба пришли, они явились в теле Вриндаван Дас Такура. И вот сейчас мой вопрос в том, Кришнадас Кавираджа Госвами, он выражает смирение и плачет, и говорит, что мой Гурудев Вриндаван Дас Такур, я молюсь, выражаю почтение его лотосным стопам все время. Он в Ясадева читание лила. А что я могу сделать? Я очень слаб. И по милости читание лила в Яса Вриндаван Дас Такура. Если я смогу написать что-то, это только по его милости. Он может благословить меня, и я напишу по его милости только. И вот он говорит такие слова: я не хочу совершать никаких оскорблений в адрес Вриндавана Дас Такура Махашая на пути того, как я пишу читание Чайтамриту. И вот то, как я пишу читание Чайтамриту, это я пишу его не за своей гордости. И если я говорю Харикатху, я говорю Харикатху не из-за ложного эго, а говорю ради служения Гаудия Гуру Варге. Моя Харикатха не для того, чтобы собирать имя, славу и прочие почести. Нет, я не хочу этого. Мой Кришна не какой-то бедный человек. И читания Махапрабху и Кришна не могут поддерживать меня всю мою жизнь. Я не забочусь о том, если кто-то оставит меня, если все что-то кто-то уйдет от меня, то я, пускай уходит. Если кто-то хочет спорить с Гуру Вайшнавами, то тот же пускай уходит. Как они могут обрести спасение? И те, кто пытаются, одурачили их,
они тоже попадут в ад. Я уверен в этом на 100%. В шастрах говорится, те, кто обманывает людей, прикрываясь положением ачари, они тоже попадают в ад вместе со своими последователями. И вот в шастрах говорится, тут такая шлока, тот, кто говорит, и вот те, кто говорят без каких-то авторитетных этих источников, и те, кто, ну, в общем, те, кто говорят оскорбления в адрес чистых гуру вайшнавов, и те, кто слушает, они тоже попадают в ад. И неважно, на каком положении они находятся, то они... Это не мешает им попасть в ад. Я могу даже выражение собаке оказать, коровам. Коровы, они более важны, чем я. Я каждый день принимаю пыль со стоп коров, целую их, обнимаю, но не хочу иметь никакой связи с ложными преданными. Лучше буду иметь какие-то отношения с коровами. Как коровы, они более благодатные. Коровы не могут дать милость мне больше, чем моя собственная мать. Поскольку внутри моей матери, что может быть, не знаю. Но о коровах я могу сказать вместе с Кришной и полубогами, Шанкрам, Кришной, Сарасвати, все эти полубоги, они пребывают в теле коров. Коровы есть свидетельство из шастр, я могу показать. Я поэтому верю им, я люблю их, уважаю их. Коровы — это не какие-то животные, а они больше, чем моя мать. Я 1000 рупий трачу на содержание, лечение, и чувствую себя нехорошо, если они чем-то болеют. Пытаюсь их вылечить, если что-то происходит. И другая шлока. И вот те, кто обманывает людей, они, ну, имеется в виду, говорят какую-то ересь под именем Харикатхи говорят оскорбления в адрес чистых гуру вайшнавов, то такие люди не попадают в ад. Я выражаю почтение всем, но ложным преданным нет. И вот смотрите, главный признак Гурупад Падмы в том, что это Каруна Моя, милость. И в чем же милость Гурудева, как Рупы и Санатана? Они могут организовать Харикатху и Харикиртан, если так называемый Ачарья, он говорит, что не нужно слушать Харикатху из уст чистых преданных, что они там оскорбляют кого-то, то... Но кто настоящий оскорбитель, будущее покажет. И какова ваша цель и моя цель, будущее тоже покажет, нам не нужно спорить. И вот смотрите, каков признак Садгуру, то, что он полон милости. Он настолько милостив, что и вот Брихат Бхагаватам, перед началом Брихат Бхагаватамриты я должен сказать о Санатане Госвами что-то. Санатан Госвами происходит из Бхаратрадж брахманской семьи, очень высокая брахманская семья, но не все, он всегда говорит, что я падшая душа, у меня ничего нет.
И вот он говорит о себе как о падшей душе. И Шрила Прабхупад говорит: те, кто под именем проповеди, я могу показать в Гаудии, где это конкретно говорится, в какой версии. И мне нужно тысячи человек, чтобы они помогли в переводе, иначе вся сампрадая, она попадет во тьму. Мне нужно тысячи людей, которые будут помогать мне переводить на тысячи языков, чтобы мы смогли перевести, сохранить учение книги Шрилы Прабхупады. Перевести книги Шрилы Прабхупады — это не так просто. Я могу что-то сделать, но времени на все не хватит. Я весь день занят харикатхой. Даже ягью некому совершать, даже для яги эти предметы купить тоже не каждый может. И вот Махарадж этим всем занимается. И вот таким образом Шрила Прабхупад говорит под именем проповеди, под именем проповеди, те, кто говорят о себе как о проповедниках, и те, кто проповедуют противоположное тому, что сказал Гуранга Махапрабху. И вот смотрите, они, такие люди, будут наказаны, сурово наказаны. Глупые люди, у них нет представления о гуру таты, о вайшнава таты. Вайшнавы очень могущественные, им не нужно ничего говорить. Если вы посмотрите на вайшнава, то чистым вайшнавам не нужно ничего говорить. Если вы увидите вайшнава, то это более чем достаточно, вы очиститесь. И в этом Сиддханта Шрилы Прабхупады и Бхактивинода Тхакура. Смотрите, Рупа Санатана, они происходят из наивысшей брахманской семьи, из Бхарат-раджа, из Карнатаки. И вот, ну смотрите, они говорят о себе как о падших душах, и с огромным смирением говорят: о Господь, если ты сможешь спасти нас в это время. Да вот там так он плачет и перед Локанатхом и говорит: о Прабху, я совершил ошибку, я совершал оскорбление, но совершил ли оскорбление Нарутам Тхакур? Нет, но он говорит об этом. И вот Нарутам Тхакур с величайшим смирением говорит: я совершил ошибку, поэтому ты выгнал меня из Враджадамы, и сейчас своей милостью, если ты можешь взять меня за волосы, вытащить из этого материального океана, то я буду спасен. Я смогу по твоей милости оказаться во Вриндаване. Но смотрите, Нарутам Тхакур, не находится ли он во Вриндаване? Нарутам Тхакур, он Шринивасачарья, Рамачандра Кавирадж, Шимананда Прабху, Расикананда Прабху, они пример идеальных проповедников. Шрила Прабхупада, Бхактисиддханта Бхактивинода Тхакура, они пример идеальных проповедников, которые находятся в полном соответствии с Шримана Махапрабху. Множество из нашей гурваги, я не говорю никаких историй, я не говорю никаких придуманных историй, я привожу документальные свидетельства. Может, множество учеников Шрилы Прабхупады ушло, оставив его, но что? Но Шрила Прабхупад не листил никому. Есть Гаудия Сампада, он был очень могущественным лектором и писателем. Нет слов описать его могущество. Но когда этот
редактор Гауди, он, например, говорил в понедельник, то тысячи преданных приходили записывать каждое его слово с великим неотрывным вниманием слушали его. И вот один Видья Винод был очень таким знаменитым ученым, но потом стал Авидья Винодом, поскольку совершил оскорбление в адрес лотосных стоп Шрилы Прабхупады и ушел. И вот сейчас вы должны ответить мне. Я хочу спросить у вас, тот же человек, редактор Гауди, он один из лучших учеников Шрилы Прабхупады, но и вот он редактировал Гауди и прочее прекрасным образом. Великий был писатель, говорил прекрасную харикатху. Шрила Прабхупад даже сказал однажды, чтобы говорить такую харикатху. Ты должен рождаться сотни раз на этой земле, чтобы говорить такую прекрасную харикатху. Я очень счастлив, слыша это, и смотрите, этот же человек, он оставил Шрилу Прабхупаду и ушел. И поэтому из-за оскорблений есть такая вероятность, сколько образования, качеств, достоинств у нас. И то есть даже такие чрезвычайно квалифицированные и достойные люди, они это все пришло к ним по милости Шрилы Прабхупады. Будьте осторожны, по милости Шрилы Прабхупады все это Сиддханта пришла. Она, и то, что я делаю, это все происходит по милости Шрилы Прабхупады. Сам я не могу ничего написать, но когда я беру ручку, я думаю о Шриле Прабхупаде, Шриле Кешаве Госвами Махараджи, Гуру Махараджи. И когда в своей жизни первый раз я начал писать протестные статьи, я начал писать в одном месте в Серафуле. И вернувшись из Калькутского пресса, я остановился там, пошел в Баджан-Кутираш или Бхактивиданте Вамнагасе Махараджа в Девананда-Гауди Матхи. Там никого не было, там было такое поломанное кресло, стул поломанный, я смотрел на Гангу, буквально в 20 метрах от этого храма. И вот я начал писать протестные статьи, помня лотосные стопы Шрилы Прабхупады и Кешава Госвами Махараджа. Сегодня я хочу поведать истину. И вот, сидя на Вьясасане, я вспомнил лотосные стопы Шрилы Кешава Госвами Махараджа, Шрилы Прабхупады. Я не могу написать никакую протестную статью, не получив милости от вас. И вот как я там я начал, и в дальнейшем по указанию Гуру Вайшнав я писал множество статей в защиту Сампрадаи, поскольку какие-то люди хотят погрузить Сампрадаю во тьму. Все общество знает, но они не идут на сотрудничество со мной. Не знаю почему, я ни денег ни у кого не просил, ничего не просил. After making 64 temple, Prabhupada was penniless. In this sense, that if you can come and take responsibility, I can give you. If you can prove your honesty, I can give you. In this way, that everything coming to me, и все, что приходит ко мне, я не использую для своего наслаждения, а использую это для служения Гуру и Вайшнавам. И вот что значит человек, вот это слово «пеннилес» хорошо объясняет. И вот Махарадж начал писать протестные статьи в защиту Сампрадай, и а сейчас
Мы должны поддерживать Вишу Вайшнаву, Раджа Сабху очень осторожно. Мы должны поддерживать великолепие Сарасвати Гауди Сампрадаи, а просто собирая деньги этого мало, мы должны посвятить этому свою жизнь. А если мы не готовы, вот сейчас это коронавирус, паника везде, границы закрыты. Кришна, он вездесущ, но кто может поверить, что внутри коронавируса тоже Кришна, поскольку Кришна, он вездесущ. Кришна, он в каждой пылинке. И таким образом, массивная проповедь, она должна быть совершаться, чтобы открыть абсолютную истину, чтобы показать Гаурангу Махапрабху, его Сиддханту и Бхактивинода Тхакура, Шрилу Прабхупады. Учение мы не можем принять, учение каких-то падших душ, которые заняты своей собственной славой и не следуют учению Шрилы Прабхупады. И в тот день я говорил, пока в день Рамнавами я говорил, что пока мы не будем полны решимости избегать асатсанги, то нет никакой возможности, что мы можем совершать бхакти. Что говорит о Брихат Бхагаватамрите, тот и вот следующий день я буду говорить о сокровенных вещах бхакти, о разнообразии бхакти, о бхакти-патре, бхакти-бхагаване, и это очень уникальная книга. Такой книги нет никаких аналогов во всей Вселенной. Рупа Госвами Пад, он восхваляет, он говорит, что мой Гурудев Санатан Гасай написал эту книгу. Она несравненна и уникальна, и все могут обрести благо, изучая эту книгу, если они искренне и честны, могут обрести великое благо. И Сичитанья Чайтамрите Кришнадас Кавираж Госвами пишет на Бенгале, мы должны изучать Бенгали. И что же делать, чтобы получить вкус Чайтанья Чайтамрите и прочих книг? И вот Санатан Госвами. И вот Кришнадас Кавираж Госвами пишет, Шипад Санатан Госвами Пад написал великолепную книгу Брихат Бхагаватамриту, настолько она великолепна, несравненно, уникальна. И Кришнадас Кавираж Госвами пишет, если вы хотите узнать о Кришне, полную Сиддханту, если вы хотите узнать бхакти-татву, то тогда вы должны изучать эту книгу. И вот там Кришна, Бхакта, бхакти-татву, все, об этом можно получить полное представление, изучив эту книгу. И вот смотрите, о величии Санатаны, о Махапрабху. Махапрабху говорит о нем перед Джагатанандой, что нет во всех 14 мирах нет никого, кто был бы подобен Санатане в его учености. И вот на вашей Гаудия Сампрадай, когда наша Гурувага ушла, Барати Махарадж, он
была ярчайшей личностью. Он дал мне наставления, множество наставлений. Я не хочу рассказывать об этих наставлениях. Вот он был очень учен среди всей нашей Гауди Сампрадаи. И вот Бхакти Виган Бхарати Махарадж, он был самый сведущий, самый ученый. И он следовал всему безукоризненно. И вот и вот никого нет, кто был бы подобен Санатане. И вот во всех трех мирах нет никого, как Санатана и этот Санатан Гасай. Он начал говорить, он писать Брихат Бхагаватамриту. Это случилось по желанию Махапрабху. Откуда мы знаем, что Санатана — вечный спутник, а признаки вечных спутников Верховного Господа о том, что они делают все для Гуранги Махапрабху. Если я не могу утвердить Сиддханта Вичар, или если я не могу утвердить Сиддханта Вичар, совершать Ванисеву Шрилу Прабхупаде, то как можно сказать, что я люблю Шрилу Прабхупаду? Это невозможно. Нитья Паршад, признак Нитья Паршада, в чем вечные спутники Шрилы Прабхупады, их один из главных признаков, то, что они всегда заняты тем, что они всегда утверждают Сиддханту Вичар Шрилы Прабхупады. Если они избегают учения Шрилы Прабхупады, то, несомненно, никакого успеха в своей проповеди они не добились. И таким образом, по желанию Шри Чайтаньи Махапрабху, поскольку наставление Махапрабху было в том Санатане, о Санатан, вы должны проявить Вайшнава Сити Стути, Вайшнава Шастры, ты должен открыть все места лил во Вриндаване, ты должен делать это все служение, оно дано самому Махапрабху. И это наставление Рупы Госвами Пада. Махапрабху сказал: «О Рупа, ты должен утвердить всю Расататву, ты должен говорить об этой Расататве Сиддханте, чтобы обычные люди, они поняли, что такое подлинное бхакти, что такое нет». И вот после того, как ушел Шрила Прабхупад, тьма о нас не зашла, и все мы должны пытаться держать этот огонь Гурварги горящим, иначе опасность возникает для Сампрада. И вот смотрите, по желанию Шрилы Шримана Махапрабху, Санатан Гасай, он начал писать Брихат Бхагаватамриту. Это невозможно было. И как это было возможно для Санатана писать такую книгу о Бхакти и Бхагаване? И вот если мы сможем изучить эту книгу, то никто не сможет обмануть нас. И это милость Гуру и Вайшнавов. Они знают, они океан Шастра, обычные люди. У них нет никакого ума, терпения. Как они могут начать
изучать океан шастры, как они могут обрести суть. Это невозможно, особенно в Кали. Этот век раздоров никто не может потерпеть, если какой-то саду проповедует лучше их. И если кто-то прогрессирует лучше, чем они. И вот некоторые не могут потерпеть успех других и делают все, чтобы препятствовать Кали-юге. Она очень опасна. И вот Джива Госвамипад, Рупа Госвамипад, особенно Санатана, я могу понять, в Кали-югу обычные люди или даже те, кто пришли на путь Баджана, не каждый может понять, что такое настоящий Баджан, и я должен составить такую шастру, которая может удовлетворить все запросы преданных. И с таким умонастроением Санатана Госвами, со смирением, памятуя лотосные стопы Гуранги, «О Господь, я по Твоему наставлению начинаю писать эту книгу». И вот Санатан Госвами, он настолько милостив, я могу привести пример. Санатан Госвами, он настолько милостив к людям, не то что к людям, даже к животным, а даже к скорпионам. Он был беспристрастен, и однажды один скорпион, вот Санатан Госвами, пошел принимать омовение в Ямуну, и вот увидел скорпион, упал с дерева и схватился за Санатана, и Санатан не убил его, а тем временем этот скорпион опять упал в воду, и Санатан опять поймал его и посадил на ветку дерева. Скорпион опять упал, Санатан опять поймал его, помог ему на дерево залезть. И этот саду тоже рядом принимал омовение и сказал: «О Прабу, о Санатана, что ж ты делаешь? Это скорпион, он жесток, кусает тебя все время, а ты его спасаешь». И Санатан отвечает: «И вот согласно прежней карме, этот скорпион вот родился в таком теле, исполняет свои обязанности, а я как саду исполняю свои обязанности. Если кто-то хочет укусить меня, тантру, мантру и прочие черную магию использует, но я все равно не буду мстить. Это не моя цель». Гурупад Падма, он говорил, и когда Шрила Прабхупад ушел, тот был побит какими-то этими так называемыми преданными, но я не хотел никому мстить. И это вот урок я принял от Гуру Махараджа. Я очень удачлив, что у меня такой Парамамса Гуру, как Бхакти Прамод Пури Госвами Махарадж, Шрила Бхакти Дайта Мадхава Госвами Махарадж, Бхакти Ракхак Шридхардев Госвами Махарадж или Шрила Кешава Госвами Махарадж. Я чувствую себя очень удачливым. Я очень счастлив все время, и я радуюсь, что я обрел их милость, поскольку вайшнавы говорят, что я обрел их милость, а сам я думаю, что я должен еще обрести милость, совершая, соблюдая все идеальным образом и служа наилучшим образом. И это моя просьба ко всем вам, чтобы вы даровали мне свою милость, поскольку Кришнадас Кавираджа Госвами пишет. И вот Кришнадас Кавираджа Госвами, он говорит, что я выражаю свое почтение всем, кто собирается слушать или читать Чайтанья Чаритамриту. Я выражаю свое почтение всем. И почему бы мне не выразить почтение вам также? И вот я выражаю почтение вам всем, чтобы вы даровали мне милость, и я смог описать все учение Брихат Бхагаватамриты.
И это моя просьба вам всем прекратить спорить, если кто-то пытается бороться с чем-то, нужно остановить его и помочь ему сконцентрироваться на Харинаме и на Санкиртане. Жизнь, она происходит, продолжается. Мы должны совершать намбаджан должным образом, это наставление моего Гуру Махараджа. Мы должны совершать Харинам, Санкиртан, Панчататву с полным, с неотрывным вниманием. Если мы зовем о Гуру, и это наше воспевание святых имен, оно должно... совершаться так, чтобы Гуранга услышал наш зов, и Шрила Прабхупад и Гурудев говорил, что мы должны по-настоящему звать Верховного Господа. И вот на сегодня конец с этой предваряющей лекции. И первую шлоку я также не мог объяснить, я объясню как-нибудь потом. Ноте виду сарта готим хи вишну, дура саяде вайрарта манине, андхая тандай рупанийо ману, андхая тандай рупанийо манаха, стейо писичатанта мурудам нибадья, ванча калпатарвасе кипасинду бевача паттитананг пабане бабишна бьо намо намо.